Друзья, мы в Прометее с Антошкой. Заказали меню. Сейчас покажу, что нам принесут. Но пока нам здесь нравится. Мы заказали, значит, вот это горячее за 160 рублей. Сейчас еще нам лимонад принесу, покажу лимонад. Приятного аппетита нам. Коктейли наши. У меня яблоко-дыня, да, Антон? Лимонад, вернее, яблоко-дыня. У Антона что у тебя? Ананас-базилик, да? Цезарь-салат. За 100 рублей всего горячий обед. Цены вот такие. Приятного аппетита. Кушаем. А мы на пекарне пришли за ромашкой. Там ромашки мне нравятся, и хлеб. Донат шоколадный, да? Алинке пижаму заказали. Повернись давай, повернись. И такую темненькую заказали. Поворачивайся. Тоже красиво. Сейчас я буду свои примерять. Это такая же, как у Алины, а это другая у меня. Так, себе я брала вот такую пижаму. Футболка со змеей. И здесь штанишки. Но длину придется обрезать, но в целом. В целом я возьму ее себе, вообще недорого мы их взяли по распродаже. Дети в аквапарк поехали, а я села себе ногти делать. Первый раз буду стачивать, подсказали, что мне сначала. Кишенька у меня рядышком, тут с мамой. Так, ну что, девочки, делюсь впечатлениями. Примерно час мне понадобился, чтобы спилить мои ноготочки. Для первого раза я считаю, что это очень даже быстро. И хорошо, и перепробовала я все свои фрезы, вот эти, которые я отдельно заказывала. Вот это родная, это вот отсюда я брала, а еще я отдельно заказывала. Сюда я налила спирт от Ивраше в бутылочку, мицеллярная вода была. Пришлось мне ее вылить, у меня там ее на дне было. Вот этим удобнее ногти подготавливать, чем вот этим. Я все еще не запомню, как они называются. Первый раз сделаю. Лак возьму коралловый, хотя у меня там другие цвета, попробую сначала вот эти. И начинаю делать мои ноготочки. Я все сделала, все обработала. Гель вот этот хороший. Все сделала, сейчас я вам покажу, осталось 5, 4, 3, 2, 1. Короче, я теперь думаю, а почему же я раньше себе не делала? Для первого раза вообще шикарно, я считаю. Лаки, конечно, я выбрала себе капризные, но вот то, что у меня получилось, я думала, тяжело будет вот эту базу наносить, гель вот этот, да, вот эти все составы, а оказывается, тяжелее всего лак наносить, он не каждый еще хорошо ложится, или такие я цвета выбрала капризные, но для первого раза, думаю, ладно, пойдет, уже в следующий раз я учту все недостатки свои и сделаю их в плюсы. У нас сегодня снова вкуснота. Рецепт потом мы позже снимем. Сегодня было нам не до рецепта.
и с орешками при том. Алина рисует, а Кешка уже спит. Сейчас его тоже покажу. Картина вот такая будет. Жарко. Варька любит из холодильника корм этот свой жидкий. Тарелочку помыла. Еще ходит, еще думает, есть или не есть. А он же быстро заветривается, а потом она вообще к нему не притрагивается. Ну вот и все, да? На голове эту тарелочку повертеть, Варечки мои. Это я пакет достала, чтобы убрать в холодильник корм. Весь укроп срезала, вторая партия, которая у меня была. Лучок зеленый и салат. Вот, будет у нас все натуральное, экологически чистое. Олег стучит, окна прибивает. Варька интересная такая, принцесса наша, жарко, девочки, жарко, королева. Жарко цветочку моему, к маме пришла девочка. Варюшка, не надо, он тоже побаловаться. И так все просто не зацепили когтями. Мы выходим. Мы вышли. Вам нужен мячик? Нет? Мы в душе помылись. Прямо из лейки. Сейчас пёрки потрахнут немножечко. Не, он же будет вылезать. Нет, пойдешь на выход, срочно. С вещами. Все. Wait.